Софья Новикова – мама двоих детей. В МФЦ приходит каждую осень оформить пособие на питание ребенка. Деньги пусть и небольшие, но для семейного бюджета важно любое подспорье. Мне здесь очень нравится, как обслуживают. Происходит это, собираете документы, со школы справочку, свидетельство о рождении, о браке, паспорт, заявление оформляем в окошке. Через месяц где-то поступают уже средства на счет, на мою карточку, например. Также в МФЦ можно получить и другие социальные услуги. Выпускники образовательных учреждений, являющиеся инвалидами у нас и зарегистрированные в городском округе Самара, хотелось бы напомнить, что до 1 ноября необходимо подать документы, чтобы получить единовременные пособия в размере 10 тысяч. На сегодняшний день многофункциональный центр оказывает 171 государственную и муниципальную услугу. В социальной сфере из них 64. Павел Баймаков, Марианна Мирная, Максим Гусев. События.